еще и прикольно. Но он такой для нищих. Для нищих вариант. Бородатый вариант для нищих. Хорошие скиллы. Примерно идентичные тем, что у него и в FIFA. Маленький, быстрый, с сильным ударом. О, Бачуай, кстати, блин, странно, что он всего лишь серебро. О, Невмерла! Как там еще говорится? Перемога! Сдав были Ермоленку, хлопчика. Гарного. Михитарян. Не, какой Михитарян, это не может быть. Михитарян, это Хидира. Хидира. Окей. А ему идет такая форма. Но ему не идут такие щеки прям. 30 лет ему уже, блин, не молодой талант. Я слушаю, например, Bon Jovi, It's My Life, It's My Life. Это другая песня, Доктор Албан. У Bon Jovi. Ну, Доктор Албан, Bon Jovi, там, Хуёви, кто это? Иммобили? Так он раньше в Боруссии играл, вы ошиблись. 35 ему лет уже, какая у него скорость? К 35 годам осталось. Он вроде обычно довольно быстрый. 74, ну для 35 лет неплохо. Мне кажется, я в 35 лет вообще не буду с кресла вставать. Буду на нем по дому кататься туда-сюда, сделаю дырку там внизу для нужных нужд, так сказать, и заживу. Ебать, это кто? А, Фосберг, молодой талант. А, нет, не такой-то и молодой, 26 лет уже ему. Это золото Гёце, Марио Гёце. А, это голкипер, это Ферман, да, или кто это? Да, Ферман мне падал на мой аккаунт. Рыжий-рыжий конопатый! Заебал всех в FIFA, ты, а? Нормальная рифманова, по-моему, супер. У него написано Reus. Хальсбергер! 78. О, что это за девушка? А, нет, это Пульсон. Какая красотка. Карась? Так он уже не играет нигде. Вообще, ну как, ну в принципе, китайский клуб можно назвать ничем в плане футбола. И родных! Такая вот терапия! Это Дракслер Хулиано. Блять, у Дракслера скилл меньше, чем у того чувака из Аякса. Я хуею. Ты, ты грязные животные. Легенда. Блять, это просто черная форма вратаря. Да что ж такое, Бруки. Блин, чувак похож на типа, который ведет блог Red Lamp. Может быть, вы его знаете. Марио Гомес. Марио Гомес. Блин, тут Марио Гомес такая внешность, прям вот. Ну просто голливудская. Лицо такое прям точеное, прям. Прям вот все так. Причесочка уложена. Высокий, такой статный. Прям вот. Просто красавелла. Ему бы прям служить кое в каких войсках. Брума, у него какое-то желтое пятно. Волосы, что ли, не моет. О, Кагаша! Наконец-то нам выпал Кагаша. Привет, Алимончик, за кого голосовал или нападет на будущее России? Я голосовал за Владимира Владимировича, признаюсь честно. За Владимира Владимировича Горецкую я голосовал. Блин, это какой-то азиат. Чернокожий азиат, я такое впервые вижу. Монами Вернор. Так, ну это либо Ройс, либо легенда. Либо Ройс, либо легенда. Ройс. Ну, неплохо для начала. Ройс, 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 Ройс. Ройс, Ройс, Ройс. На-на-на, как там пёс-то. Boys, boys, boys. I'm ready for your love. Не хватает монет? Покупайте их у проверенного продавца. Быстрое обслуживание и низкие цены. Александр Месси. Ссылочка в описании. Все, легенда. Первая легенда на сегодня. И сразу же предпоследняя. Это Кан. Канище. Ну, понятно, вратарь. Матеус вроде бы вратарем не был. Оливер. Оливер. Какие бакенбарды. Путин. Пушкин бы позавидовал бы. У него аж зубы переливаются какими-то черными оттенками. Это, я понимаю, мужчина. Скиллы. Просто ёбнешься.
боевой дух, дальний бросок в, интересно, в куда? В очко кому-нибудь и капитанит еще к тому же. Legendary, motherfucker. Пулишич, кстати, неплохо. Ну, кстати, в Песо он совсем не похож на Финиту. Я даже не знаю, на кого он похож. Он какой-то весь опухший, как будто бы бухал. Какой-то он прям такой, прям... Как будто... У него, блядь, шея толще головы. Это так... Ужас, просто ужас. А, легенда! Ебать. Все черное такое, стильное. Черный мяч, черный футболист. Ну, в смысле, черная форма у него. Лотар Матеус. 28 лет. Красавчик, одним словом.